Мариам, ты видела у Джанет, кстати? Да. Она сказала, что даже не волнуется. Да? Ага. Она готова ехать сегодня со своим кроликом? Да. Отлично. Мама, дай нам ножницы. Я буду аккуратно. Ножницы. Открывать. Вон там что в фиолетовом рюкзачке. Это у меня тесто. На пальчиках. Я не здесь. Скотч сначала. Я знаю скотч. Я не тупая. Я же не буду ее рвать. Так, ладно, тогда достанете. Будет финальный шок. Мотор показывать. Что там? 52 секунды. 53, 54. Ну. Клетка. Ее еще собирать надо. О, ты тут даже уже миска есть. Да? Так это ж вообще замечательно. Да, осталось только взять поилку и самого кролика. И наполнитель еще не забудь. Да? Теперь какой домик? Я пошла. А я сейчас открою. Такая вот клеточка. Открою. Главное, чтобы ничего не треснутое было и прочее. Нет, мы аккуратно несли, было... она ни разу не упала. Ну, я не вашу работу, как бы, говорю, пока нет. Доехала и прочее. Да, это залипательно смотреть, как распаковывается клетка. А это что за хрень? А это что за хрень? Это тоже надо собирать? Аккуратненько. Да, это... А знаешь, вот это что за черный штукер? Что это за черный штукер? Это как-то нужно кролику? Не знаю, тут инструкция была в коробке, смотреть картинку. О, вот инструкция. Вот, смотри, давай. Что там по инструкции? Ничего не понятно. Ничего не понятно. Зато вот это вот точно понятно, я видела. Так ставят. Слушай, а как он будет залазить вообще, кролик? Когда он вот будет по хотеть этим, вот по этим в туалетике. А вот это зачем? А это что, миска такая, что ли? Ну, тоже, наверное, как миска. А это нафига? Смотри, для чего? Что это такое? Где он там учит? Туалет. Что это, правда? Это вот это надо... Я ничего не разбираюсь. Короче, вот это вот, и я палец в эту... Есть. Все быстро. День это такой. Туалетик? Это, наверное, вот сюда вот что-то. Может, туалет. На, посмотри в инструкции. Я ничего тут не соображала. В инструкции непонятно. Это диван? Нет. Мне кажется, это домик. Клик-клак. Клук. Короче, все. Я все поняла, сейчас все сделаем, ладно. Так, короче, деталей очень много. Честно сказать, я ни хрена не понимаю. Клик-клак-клук. Клик-клак-клюк. Так, кстати, вот мы ее собрали. Ну как это поставить? Попробуй наверх повесить. Повесила. Ну и ближе. Ну да, наверное, не надо. Не знаю. Короче, это. Вот так! Да, вот что-то такое, наверное, правда, туда сено. Сенник это. А, еще вот эти вот штучки крепят. А, это чтобы это. Чтобы не съезжала, да. Клетка сама. Ладненько, все, можно сказать, собрали. Мам, закрепи вот эти штукенцы, иероглифы. Дальше будет с зайцем съемка.